Книгу написал молодой, но талантливый, я считаю, автор Дмитрий Хара. Я давно такого не читал. Я в последнее время вообще редко читаю книжки, потому что они какие-то все, особенно современные. Приходится классиков перечитывать, чтобы как-то поднять себе настроение. А вот эта книжка мне подняла настроение. Вот я когда прочел эту книжку, я понял, я себе подтвердил те вопросы, которые я задавал себе всю жизнь до этого. Они у меня подтвердились. И мне как-то стало легче. Я стал легче смотреть на жизнь, стал легче жить, вообще жить стал легче. Те вопросы, которые я сомневался раньше, сейчас они у меня вот решились, и все, вот принято решение, и все, оно есть. А идея спектакля появилась совершенно случайно. Случайно ко мне попала книжка, уже подписанная для меня специальная книжка. И когда я ее прочел и встретился с автором, то возникла идея, давайте сделать спектакль. Каким образом, сказал автор, как это можно сделать? Я говорю, да просто очень. Надо только вот площадочку немножко поменять и все, не сделать сцены и зрительный зал, а чтобы зрительный зал участвовал в процессе. Идя на спектакль, зритель предполагается, что зритель сразу уже входит в то действие, которое там происходит. Он уже попадает сразу в ту ситуацию, в жизнь. Он сразу попадает в ту жизнь, в которой он живет. И становится случайным свидетелем того, что происходит на вот этой площадке. А это все зависит от настроения, наверное. Да? Вот хочется посмотреть, человек смотрит, получает удовольствие. А если ему не нравится вообще театр и вообще вот это все действие, зачем туда ходить, правильно? Лучше дома посидеть перед телевизором с бутылкой пива и посмотреть всякие программы. Ну, некоторым спектаклям это хорошее тоже. Да. Согласен. Проблем вообще никаких не было. Все прекрасные актеры. Вообще нет проблем, да, вообще не существует. Я как бы вот живу, получаю удовольствие от того, что я репетирую, вот то, что мы будем показывать. Я думаю, что зрители то же самое. На всем всего спасибо большое. Приходите на спектакль 1-2 ноября. На 3 уже все куплено себе. Так что приходите, торопитесь.